Всем привет! Сегодня приготовим вот таких румяных картофельных колобков с грибной икрой. Для рецепта нам понадобится 0,5 кг картофеля, стакан муки, 2 столовые ложки крахмала, грибная икра от Валерия Донченко, базилик для украшения, растительное масло и чесночная соль. Все продукты для рецепта можно заказать с доставкой на дом в интернет-магазине «Ешь деревенское». Ссылочка в описании под этим видео. А по промокоду «Еда» действует скидка 500 рублей на первый заказ. Картофель отвариваем в кожуре. Даем немного остыть, очищаем и натираем на крупной терке. Следом добавляем к картофелю стакан муки и 2 столовые ложки крахмала. И чесночную соль по вкусу. Перемешиваем тесто. Для начинки можно поджарить с луком и морковкой любимые грибочки. Но я решила сэкономить время и взять готовую грибную икру по-домашнему от Валерия Донченко. В составе белые грибочки, подосиновики, лисички и специи. Мокрыми руками от теста отщипываем кусочек размером с грецкий орех. Делаем углубление, добавляем начинку, сверху закрываем тестом и скатываем колобок. А среди зрителей этого видео мы проводим конкурс и разыгрываем сертификат на 2000 рублей на покупки продуктов в магазине «Ешь деревенское». Для участия поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и оставьте свой комментарий. Желаю удачи! Обваливаем колобков в муке и обжариваем на растительном масле со всех сторон до румяной корочки. Румяным колобкам даем немного остыть, украшаем зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита!